Отрасль туризма в Самаре активно развивается. Туристическая привлекательность в этом году побила все рекорды. Город увидели почти 1 000 000 гостей из разных уголков планеты. За 3 квартала текущего года уже совершенно точно мы приняли более 960 тысяч. Я думаю, что планку в 1 000 000 гостей в наш город мы уже превысим. Безусловно, есть у нас вся инфраструктура туристической отрасли. Совместными усилиями, я думаю, что мы добьемся самых амбициозных планов. Представители Самарской гостинично-туристской ассоциации наградили предпринимателей в сфере гостеприимства. Организаторы премии отметили лучшие отели, санатории, гостиницы и рестораны. Победителям вручили благодарственные письма. В числе награжденных Любовь Злобина, директор одного из местных отелей. Признается, только благодаря слаженной командной работе можно добиться успеха. Ну и, конечно, есть секреты, которые помогают стать лучше. Наш отель открылся в 2018 году к чемпионату мира. Мы достаточно уже не молоды, но и юны в то же время. Мы встречаем гостей, проводим мероприятия, банкеты, конференции. Есть золотое правило гостеприимства – поставь себя на место гостя. Это основное, что помогает нам добиваться наших успехов. Премия направлена на повышение качества работы предприятий индустрии гостеприимства. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Здравствуйте, спасибо большое.